Здравствуйте, всем привет всем! С вами Ди Лоренцо. И я прекрасно знаю, что вы все хотите мне кое-что сказать. Ди Лоренцо, почему так долго не было новых видео? Ну, а я вам, естественно, отвечу. Да, бывает. Но самое главное, что мы не сидим без дела, сложа руки. И именно поэтому 20 сентября выходит долгожданный альбом «Калейдоскоп» и наипиздатейший клип с Тимуркой Битс. Поэтому прямо сейчас ставь лайк, если ждешь все эти релизы. Но я не смею вас больше задерживать и предлагаю насладиться новым видео с Пидотом. Пулеметом. They call it rising sun. My mother was a sailor. She sewed my new blue jeans. Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Ди Лоренцо. И сегодня на ваших замечательных экранах новые приключения Федота Пулемета. Нам с Федотом очень важно, чтобы вы прямо сейчас спустились чуть ниже и поставили большой палец вверх. И тогда мы начнем наше видео. Ну что, вы готовы? Тогда погнали! Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами подрабатывали на военных, но, как вы поняли, опыт оказался крайне неудачным. Поэтому нам нужно найти что-то безопасное, легкое и более денежное. О! Объявление. Срочно требуется частый детектив. Большая плата. Такие мы дела любим. Давайте позвоним. Слушаю вас. Вам позвонил самый лучший детектив штата. Что у вас случилось? Это очень личное. Не по телефону. Давайте встретимся один на один. Вы уверены, что мне это интересно? Поверьте, за такие деньги вам будет что угодно интересно. Мне это нравится. Где встретимся? В руинах Алдея Малвада. Это что еще за поебота? Это деревня. Я тут живу. Может, координаты дома скажете? У меня дом на колесах. Вы же детектив. Уверена, что способностей у вас хватит найти это место, сэр. Ладно, ждите, скоро буду. Так, друзья, с помощью интернета только что мы выяснили, что село Аладдин Молдавский находится примерно где-то вот здесь. Фух. Ну и жопа мира, блин. Но перед тем, как мы приступим к нашему очень важному заданию, давайте, пожалуй, оденемся как настоящий детектив, чтобы нам точно поверили. Вы просто на это посмотрите. Это же, блядь, настоящий агент недвижимости. Ну а теперь мы отправляемся в ту самую деревню Албада-Бабада. Бабаду-Бабаба, ёпарасюте! Погнали. Фух. А вот и та деревушка. Это женщина или транс? Сказало нам, что оно находится где-то здесь. Вот здесь трейлеры стоят, но вроде бы у нее трейлер на колесах, правильно? Да, блядь, где ты есть-то, дура? Я тебя уже час тут ищу. О, нет. О, нет! Федот! Федот углерод! И на чем же мы будем нашими детективными делами заниматься, а, Федот? Может быть, здесь где-то есть открытые автомобили? Так, вот этот голубой парень меня точно не должен подвести. Ну-ка. Нет, голубой парень меня подвел. О! Открытая машина! Так, ну мы походу ее спиздили у шерифа. Надеюсь, он обижаться особо не станет. Я на мини-карте увидел, что где-то на горе стоит объект автомобиля. Это походу наш клиент. Так, ну давайте срочно! Тогда туда заедем. Я не знаю, как она туда забралась. Окей, сейчас поищем дорогу. Так, после многочисленных поисков дороги, я нашел эту Алдея Малвада. Это, оказывается, находится здесь. Мы на месте. Стоп, это называется город? Это, блядь, называется город? Ну ладно, главное, что мы нашли нашу клиентку. Погнали узнавать, что ей надо. Эта дамочка что-то ревет. Давайте спросим, что случилось. Дамочка, у меня два вопроса. Почему вы ревете? И почему, бля, живете в такой залупе? Пройдемте ко мне в трейлер. Там все обсудим. Так, мы находимся в очень тесном пространстве. Меня зовут Клара. В 8 классе в мальчика влюбилась. В 18 лет с ним поженилась. Я работаю каждый день. На копейки живу. Так ты обещала много денег. Как ты будешь расплачиваться? Да, к чему это я, дед? У меня опасения, что мой муж
изменяет мне. Ну, это вы по адресу. У меня таких дел куча. Вам нужно проследить за ним, узнать, какую бабку он ебет. Последнее время он позднит, приходит ночью или через день. Мой муж работает в полиции. Департамент здесь, недалеко. Стой, баба. Как тебе изменяет твой муж? Я-то ладно, у меня стоит как пальма, а у вашего муженька вряд ли. У вас как у пальмы, а у моего мужа как у танка. Понятно, в World of Tanks играет, да, блядь, старый хуй... Красавчики. Кто играет в World of Tanks, красавчик. Ну поймите, он все меньше и меньше меня хочет. Это значит, что он ебет на стороне кого-то. Помогите, и будет вам гора денег. У него как раз заканчивается смена. Давайте тогда аванс, и мы начнем прямо сейчас. Аванса не будет. Я знаю вас. Я 85 лет прожила. Кого наебать решил, а? Вы единственный, последний мой шанс. Ну ладно, я вам поверю. Я тоже старик и тоже никому не доверяю. Но если что, вдруг вам пизда. Сделайте как прошу, и будет гора денег. Так, друзья. Ну ладно, что же, нам не дали никакого аванса. Ну вроде бы данный персонаж говорил убедительно, я его понимаю, поэтому давайте, наверное, приступим к делу. Женщина сказала, что ее муж работает в полицейском департаменте местно. Как я понимаю, это как раз таки он. Ну ладно, давайте, наверное, встанем здесь и будем следить. О, смотрите, дед идет. Ну вроде бы... Он сейчас пойдет домой, да? Нет, он резко сменил направление. Так, ну-ка, давайте аккуратненько сейчас поедем. Он сел в тачку и поехал. Так, он остановился возле магазина. Очень дохуя времени спустя. Блядь, дед, выходи, сука, сколько тебя ждать-то еще, а? Так, вот он вышел. Куда ж ты, дедок, поедешь дальше? О, нет, он поехал мимо этого поворота. Ну что, старый бледун, куда этот у нас намылился, а? Так, вот его машина, я нашел. Давайте аккуратненько, совсем тихо. Проследуем и посмотрим, что он там творит. Походу, прямо сейчас мы нашли то место, где дедок справляет нужду, изменяя своей бабке. Давайте попробуем зайти туда. Так. И... О май гаш, what the fuck? Дед? Пацан? Ты кто? Милый, я ноги побрил на тебя. Ты чё, своей бабке с этим пацаном изменяешь? Присоединяйся, дружище. Трояк? Стояк. Так, ребята, ну нафиг эту молодую семейку. Лучше быстрее пойдем в машину, а то нас... Не-не-не, они со мной бегут, нет! Так, парочка, я вас оставлю в покое. Отстаньте от меня! Отстаньте нафиг! Фух. Это что нахрен сейчас было? Сейчас мы немедленно отправляемся опять на этот холмик, и нужно обязательно все бабке рассказать. Естественно, денежку получить. Так, ну что же, мы на месте. Срочно! Сейчас мы идем к бабушке. Бабка, слушай, сейчас тебе такое расскажу. Только что видел твоего муженька с пацаном, а у пацана в руке розовая кукуруза. Я просто офигел. Пацаном? Каким пацаном? Да вот такой молодой, в шортах. Вы придумываете, что ли? Я вам честно говорю. Они еще и меня к себе позвали на извращение. Не может быть. Господи, за что мне это все? Я вам сочувствую. Но я вроде справился с задачей, поэтому жду свои деньжата, дорогая. Так, это что такое? Любимый, я дома. Это еще что за хуй? Не понял. Ты кто такой? Ах, вот как. Я на 5 минут раньше приехал, а ты тут со стариком отжигаешь, сучка. Я сейчас тебя урою. А ты вообще с пацаном молодым зажигаешь каким-то? Ты охренела совсем? С каким пацаном? Я на службе был. Я уйду от тебя. Друзья, может, при мне не будем ссориться? Просто рассчитаемся, и я уйду? Вали отсюда, старый пень. Походу, мне реально нужно отсюда свалить. Так, друзья, это что сейчас нахер было такое? Почему? Мне даже никто имени не сказал, мне просто сказали, что какой-то старик. Так, друзья, я не люблю, когда меня наебывают. И, по-моему, эта парочка ни хрена не создана друг для друга. Поэтому мы сейчас делаем единственное правильное решение. И... пошли в жопу нахуй. Они не сдохли, но они все равно дерутся. Я мог просто ничего не взрывать, они бы уничтожили друг друга сами. What the fuck?
Ну что ж, друзья, миссия детектив Федот Пулемет, хоть неудачно, но все равно завершена. Каждый раз на нашей дороге появляются новые глэки, которые ведут себя, ну, очень странно. В любом случае, спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится видео с Федотом Пулеметом, обязательно ставьте палец вверх. Всем хорошего настроения и удачи. Пока. Если рэп не даст денег, я ограблю магазин, я зарежу.